Авария микроавтобуса с украинцами в Польше. Погибла пассажирка. Смертельная авария произошла 3 февраля вечером на съезде с С8 к Вальбожу в направлении Вроцлава. По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen T4 из Украины, вероятнее всего, уснул за рулем, и транспортное средство врезалось в забор. Сила удара выбросила автомобиль на соседнюю полосу движения. Грузовик «Скания», который двигался в том же направлении, врезался в его заднюю часть. Из-за удара пассажирка вылетела из автобуса. 55-летняя гражданка Украины погибла на месте. Всего автобусом путешествовало 4 человека. Остальные получили ранения.